Скажите, какая ситуация на сегодняшний день? Вот, насколько помню, в августе вам обещали, что в доме появится хотя бы свет. На сегодняшний день ситуация не изменилась. Мы по-прежнему живем без электроэнергии, без воды. Дети пошли в школу. Уже вторая неделя, как домашние уроки делаются в потемках, в сумерках. Вот. Хотелось бы нам знать, почему городские власти игнорируют предписание прокурора города. У нас есть два предписания. То, что мы живем без электричества, лишены энергоснабжения, это просто нарушение, грубое нарушение наших прав. Воды тоже по-прежнему? По-прежнему нет. А вот на встрече, которая здесь у вас проходила, говорили о том, что пытаются договориться с хозяином подстанции, от которой вы раньше свет получали. Каков итог этих переговоров? Ну, к сожалению, нулевой, опять же, потому что владелец трансформатора, ну, по каким-то, по ряду причин, не знаю по каким, в общем-то, отказывает нам в подключении. А что сами чиновники говорят? Значит, встреча, которая состоялась вот с заместителем мэра города по коммунальному хозяйству Сиденко, но эта встреча тоже, в общем-то, не принесла никакого результата, потому что были выдвинуты условия, такие, которые нам не подошли. В частности, например, ну, за наш счет приобретение кабеля, и сумма озвучена была такая, что нам не поднять ее и не осилить. Мы простые служащие, рабочие. 400 тысяч для нас – это сумма достаточно значительная. Вот. Как и то, что, например, котлы также за свой счет электрические. Это, в общем, тоже невыполнимые для нас условия. А что за история с признанием непригодным для проживания этого здания? Ну, по инициативе администрации района была приглашена комиссия из санэпидемстанции, было обследовано здание. Ну, якобы у нас отсутствуют вытяжки и выгребная яма чуть ближе, чем положено. Вот. Ну, собственно, вот такие нарушения в основном. Вы по-прежнему продолжаете судиться с мэрией? Да. Судебные разбирательства еще не закончены. В общем, еще пока итогов никаких нет, результатов.